О, господи, какая ты тупая. Хотя что ждать от малолетней скамерши? Иди зарабатывай деньги, чем хочешь. Перестань скамить всех, причем подставляя. Да, у меня был значок заблокирован, то, что у меня нету доступа ко всем играм. Я хочу тебе сказать, что я немножко сейчас тоже ошарашена. Йоу-псули, с вами я, Женяша. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня рубрика «Скандалы, интриги, расследования в робот». Продолжались поиски улик. Преступники наследили и во дворе. За этот месяц произошло много всего интересного, о котором я вам хочу рассказать. Я готовилась к этому выпуску очень долго, чтобы вам все собрать интересно, объяснить и рассказать. И чтобы не попадались, конечно же, на обманы. Ребят, усаживайтесь поудобнее. Готовьте свои вкусняшки. Ну, конечно же, я вас попрошу, ребята, обязательно поставить лайк на это видео и подписаться на мой канал. Так я буду знать, что вам нравятся такие ролики. И буду делать, конечно же, больше. Начнем с того, что совсем недавно я выложила на своем канале шортс. Тебя. Подгон. Мерси. Опять тебя. Спасибо. Еще тебя. Со своей подписчицей мисс Даша. Она мне в этом видео подарила очень крутые ножи с Murder Mystery. И мы эти ножи разыграли в моем телеграм-канале. И самое интересное, ребята, что потом мне начали писать в комментариях, что это мисс Даша скамерша. И то, что те ножи, которые она дарила, она их украла у другой девочки. Я, короче, была в шоке. Я начала спрашивать у Даши, это так или нет. Даша, конечно же, сказала, что нет, ты что, как бы, я вообще не скамерша, алло, кто такое вообще говорит. Потом начался стрим, на стриме приходит девочка, которую якобы обманула Даша, и говорит, что Даша обманула ее на арбалет. У нее есть пруфы, и она может это все доказать. Я сказала, что окей, давайте разберемся с этой ситуацией. Ребята, давайте жить дружно. Кисули, а я к вам с новостями. Вы меня многие просили, чтобы я приехала в город Казань. И 7 июля я еду к вам. Казань Экспо в 15:00 будет концерт. Там буду я. Супер Софи, Ника и Лера Туси, Анжелина, Ксюксю Ларионова и Лиса Эрбакс. Вместе мы дадим вам концерт. Будет много песен, будет крутая программа, а также вы сможете с нами сфотографироваться и получить наш автограф. Можно будет приобрести эксклюзивный мерч. Ссылочка на билеты в описании и в закрепленном комментарии. А также важная информация. Если вы приобрели билет на концерт, то электричка в Казань Экспо будет для вас бесплатной. Туда и обратно. Заходите в мой телеграм, там будут все подробности. Всем лавки, кисули, жду вас на концерте. До встречи. И попросила написать моим админам. Девочка, которую заскамили, написала. И сейчас, ребята, я вам покажу полностью переписку, как мы с ней общались, как она показывала пруфы, что ее мисс Даша обманула. На что Даша все равно отрицает, что она не обманывала эту девочку. Где правда, мы узнаем, ребята. Потому что сначала сейчас я вам покажу версию девочки, которую заскамила якобы Даша. А потом расскажу версию Даши. Я со своего другого аккаунта написала этой девочке. И она мне пишет вот такое письмо. Здравствуйте, я девочка, которую заскамила мисс Даша. Очень рада, что Женя заметила. И очень надеюсь, что вы разберетесь. Я играла с Женей на сервере, и там была мисс Даша. Так вышло, что мы подружились. Она написала мне в ТГ и стали общаться. Один раз мы играли, и она предложила обменять ее основной аккаунт на мой арбалет, Ice Piercer. Она сказала, что без проблем может пойти первой, и я согласилась. Она дала мне пароль. Поначалу давала кадет верификации, чтобы я могла поменять пароль, почту и так далее. Я все сменила. Добавила Face ID и отдала ей пирсер. Захожу поиграть на новый аккаунте, и тут у меня вылетает. Я захожу по Face ID, быстро проверяю почту, а она ее отвязала. Я это поняла по первой букве почты. Я даже сама не знаю, как она зашла, если все данные были мои. Но все же я ей написала, спрашиваю, что случилось. А она говорит, я что-то натыкала, хотя только меняла данные. После того, как я попросила вернуть арбалет,
Она меня заигнорила. Она кинула меня в бан, удалила переписку, но все скрины у меня есть. Я очень благодарна, что ты меня заметила. Прочитав ее историю, я очень захотела ей помочь и, конечно же, разобраться в этой ситуации. Кто реально обманывает? Эта девочка или Даша? Ладно, не урчи. Сейчас разберемся. Даша на что мне начала отвечать, что это неправда. С Дашей я общаюсь через Discord, и вот что она мне пишет. У меня есть два предположения. Начну с первого, в котором я уверена на 100%. Я вела свой телеграм-канал, где обменивалась и выставляла пруфы о том, что я не скам. Последний пруф был где-то 3 месяца назад. Сейчас я телеграм не веду, так как теперь не обмениваюсь. Мне это не интересно. И когда я еще вела свой телеграм, я сидела в разных других чатах, где искала тех, с кем можно обменяться. Возможно, эта девка, которую якобы скамнули, видела меня там. Или еще даже больше, обменивалась. То есть знает меня. И потом увидела меня у тебя в шортс. Или же на стриме. Увидела, что я тебе дарю классные подарки и придумала план, где в телеграме со второго аккаунта или с какой-нибудь другой подружкой подделать переписку, где скамнула ее я. Сразу скажу, что переделать аккаунт — это не проблема. Основного ника у меня нет, то есть там пусто. Аватарки нет, только ник Даш, который поставить может хоть весь Телеграм, потому что это второстепенный ник, а Телеграм премиум сейчас есть у каждого пятого. Поэтому с перепиской это вообще легче простого. Я хоть сейчас пойду и подделаю переписку, где ты якобы кого-нибудь заскамила. Я думаю, что это делалось для того, чтобы получить бесплатно арбалет. Понятное дело, что я бы не согласилась отдать арбалет, потому что я никого не скамила. Но чтобы это сделала ты, ведь я дарила тебе их довольно много. И чтобы один ты отдала ей. Второе это, чтобы получить твое внимание, чтобы пообщаться с тобой хоть как-то. Ведь это далеко не каждому дается. Вот такое мне написала первое предположение Дашка. А это скрины переписки от девочки, которую якобы заскамила Дашка. Привет, покажи аккаунт. Привет, сейчас. Ну что там, оружие с ММ-2, если что, заберу. И показывает свой скин в ММ-2. То есть Дашка договорилась с девочкой поменять свой донатерский аккаунт взамен оружия ММ-2. И они начинают договариваться. А ты первая же? Могу, мне без разницы так-то. Ты полностью даешь аккаунт? Конечно, а как еще? Да ладно, хорошо, какой сборщик? У тебя их 2. А, точно, Ice Pierce, наверное. Девочка пишет, согласна, а пароль даешь? И если почта привязана, пин. Сейчас я перекину оружие на другой аккаунт, подожди пару минут. Она перекидывает оружие, и они дальше общаются. Почта привязана, ты когда будешь заходить, просто мне код придет на почту, я тебе его скажу. А потом поменяешь почту и все. Девочка спрашивает, а пин есть? Она говорит, нету. Окей, давай пароль, ник. Ну что там? Она скидывает свой ник и пароль. Мисс Даша. Это ее ник в Роблоксе и пароль. Девочка начинает вводить этот пароль у себя. А потом он немножко перепутала пароль. Ничего. Все-таки они дальше заходят. Перезайди. Девочка говорит, у нее безопасность. Сообщение приходит срочно, в какое ты играла. Она ей помогает. Пишет, что неправильно. У меня эти 3 нижних. Она показывает игры, в которых играла. Потом идет двухшаговая проверка. Введите код, отправленный по электронной почте. Даша кидает свой код. Зашла. Девочка пишет, да, я меняю пароль и почту. У тебя был привязан телефон? Нет. Хорошо, заходи, отдам Ice Pierce. На какой аккаунт? То есть девочка уже думала, что все окей, все нормально, получила Roblox, донатерский Roblox аккаунт и готова отдать свое оружие с ММ-2. Даша якобы пишет ник в Роблоксе 36K36, а на свой ник пишет QViz. Кинь заявку. Она кинула, у нее скин хомяка. Потом она заходит, показывает ник, потом девочка пишет. Это баг? У меня показывает, что 2 твоих ака в сети. Наверное. Потому что меня выкинула с ака мисс Даша. Потом это еще переписка, то что все-таки все получилось. Она все отдала. И девочка пишет. Я никогда не встречала таких честных людей, правда. Я до последнего думала, что скам. Ну, Даша пишет. Спасибо и тебе. Далее она ей пишет. Не знаешь, как поправить? Я захожу в ММ-2, а меня выкидывает с ака. Она не может зайти в ММ-2. Ты как-то это сделала. Ты отвязала мою почту и привязала свою. Скажи,
же код, пожалуйста. Я же правда отдала тебе, Аум. То есть, ребята, после того, как она уже получила Ice Pierce, она начала менять свой пароль и логин. И девочка не может зайти на этот аккаунт. Не игнорируй. Я правда думала, что ты честна. Господи, не игнорируй, пожалуйста. Я же все честно отдала. Даша пишет, что случилось? Она пишет, ты как-то поменяла почту. Скажи коды с почты, пожалуйста. Даша пишет, гений, как я могла поменять почту, если ты привязала свою? Скинь скрин, скажи, что ты там щелкала в Roblox. Что? Нет, я даже зайти не успела. Я не буду кидать скрин почты, если ты там что-то нащелкала, то и разбирайся. У меня заблокирован MM2. Она спрашивает, почему? Она говорит, не знаю. Далее переписка. Ты меняла возраст? Мне везде просят код от двухфакторной аутентификации. Нет, я не меняла возраст. Такой же, как у тебя стоит. Я ничего не трогала. Далее Даша пишет. Ты говоришь, что выкинула сака, так ты сейчас сидишь на нем. Да, потому что я привязала Face ID. И у меня по нему зашло. А пароль, на который я поставила, неверный. Ты ключ доступа привязала? Это что? Я привязывала почту свою и меняла пароль. И добавила Face ID. Зайди в родительский контроль в настройках. Попробуй сменить возраст. Ставь на ал, вроде так. У меня стоит на ал сейчас. Там 13+. Я скину тебе запись. Даша пишет, поставь на 13+. Просит код. Но мне на почту он не приходит. Она показывает скрин, как она на аккаунте. Мисс Даша, вот тут написано, 13+, но почту, на которую она просит, чтобы пришел код, не приходит. И она не может зайти в MM2. Вот такую переписку показала девочка, которая переписывалась с Дашей. Далее девочка сказала, что она всю эту переписку полностью удалила с телеграм-канала. Но она успела сесть сделать скрины. Вот такая версия от девочки. А сейчас я вам дальше продолжение читаю от самой Дашки. Второе предположение, в котором я абсолютно не верю. Буду рассказывать кратце. Полную инфу можно послушать во втором голосовом. Ребята, она мне отправляла еще голосовые, которые на 4 минуты. У меня есть подруга. Она живет в Кабрине. Я в Бресте. То есть мы не сильно далеко. Ехать минут 40. Я не могу называть ее интернет-подругой, потому что мы очень много раз с ней виделись. И я ей очень доверяла. Просто виделись не каждый день, но часто. И вот спустя пару месяцев нашего общения мы с ней очень сдружились. Я ей предложила, чтобы у нее был доступ к моему аккаунту в ТГ. У нее к моему. Потому что у нас есть общие друзья, где мы общаемся вместе и так далее. У нас был договор, что мы не лезем в переписки с теми, кого не знаем. Только в переписки с общими друзьями. Она еще через время предложила, чтобы у нее был доступ от моего аккаунта в Роблоксе. У меня от ее. Я, конечно, согласилась. Мне было все равно. Пусть играет, когда хочет. Я тогда вела свой телеграм-канал. То есть мне писали за обменами. Она никогда не влазила в них. Никогда. Всегда все проходило успешно. И когда произошла ситуация, где меня обвиняют в скаме, я рассказала это подруге, что так и так меня обвиняют в скаме и так далее. И я без наезда спросила, типа, ты никого не скамила? Она, в общем, на меня обиделась, что я думаю про нее, что ей неприятно, и она разочарована во мне. Конечно, можно подумать, что она скамнула, когда меня не было на аккаунте, и она это знала. То есть, ей, например, говорю, я, короче, сейчас в бассейн, как приду, напишу. То есть, она знает, что меня какое-то количество времени не будет. И она могла в этот момент кого-нибудь скамнуть. Но, блин, согласись, я бы по-любому узнала об этом. Тем более, если бы она была скамершей, то она скамила не одного человека, а много. А о большем количестве скама я бы узнала 100%. То есть, это бред. Когда она уже сидела у меня на аккаунте, у меня были очень хорошие обмены. И на деньги, и на те же арбалеты. И она, по факту, могла легко скамнуть. Но все же окей. И типа, какой ей смысл был всегда быть честной, не мешать и так далее. А тут резко взять и кого-то скамнуть. Ну, уже бред. Тем более, я знаю свою подругу. Она не такая, она очень добрая, она бы никогда так не поступила, особенно подставив меня. Мы очень хорошо дружили, она бы никогда не подставила меня с моего аккаунта. И далее Дашка пишет, ни в коем случае ничего ей не давай, она сама скамерша. Про эту девочку, которая жалуется на Дашку. То есть, ребята, у меня есть догадки, что, скорее всего, Даша не подозревает в обмане свою подругу, которая... у которой был доступ к ее аккаунту. И, возможно, она скамнула Квиллис. Кто вы? Я такая же крыса, как и ты. Показала вторую версию и говорит, что ну, если я много обманывала, то было очень много людей, на которых она обманула, на хорошее оружие и так далее. То есть, скорее всего, возможно, ее подруга и скамнула нашу девочку. Заскамила мамонтов. Чтобы разобраться в этой всей ситуации,
я решила, что Дашку и Квиллис мы добавим в голосовой и вместе все решим. И познакомимся как раз с этой девочкой, потому что ник у нее в Роблоксе очень-очень странный. Как тебя по-русски-то зовут? Картье. По скринам девочки, мисс Даша и 6А, это очень конкретный ник самой Даши. А у вас какие предположения, ребята, пишите в комментариях, так как совсем скоро мы узнаем полностью развязку. Ребята, я добавила девочек в свой дискорд в голосовой, чтобы разобраться с этой полностью ситуацией. Девочку, которую заскамила якобы Даша, зовут Полина. Полина, привет! Приветик! Полина, расскажи, пожалуйста, всю ситуацию, как что произошло, потому что как раз сейчас Даша сидит в ГЧ. Я скинула все пруфы, которые ты мне давала, чтобы подтвердить, что это именно ты была на аккаунте, что ты покупала этот аккаунт у нее за место оружия. И Даша как бы говорит, что это не она, потому что, ну, она не могла так сделать, она не могла быть обманщицей. И то есть, если бы она была бы обманщицей, тогда было бы десятки обманутых ребят. Но по нику, да, Даш, посмотри, пожалуйста, ты видишь ник в Роблоксе по скринам, потому что там мисс Даша и 6А. Это твой аккаунт? А Даша у нас в ГЧ не сидит, она нам пишет, потому что уже поздняя ночь, ребята, мы снимаем уже ночью. Пошли попробуем на практике, любой ТГ-аккаунт с премкой, который скопирует, а я тебе сделаю это за одну минуту. Ну хорошо, но она же показывает не премиум, дело даже не в аккаунте Телеграма, что можно поделать любой, какой хочешь, а тут именно скрины твоего Roblox-аккаунта, и что девочка именно на твоем аккаунте находится, и там по самому первому скрину видно же, что тут мисс Даша 13+, то есть девочка, у нее был доступ к твоему аккаунту. Как такое могло произойти? Интересно. Полина, ты зашла на аккаунт, правильно? А потом ты не смогла ни в одну игру зайти. Да, так. И в этот же день у тебя забрали аккаунт обратно. Да. А когда это случилось? В каких числах? Это было 12 июня вроде бы. Как-то так. Совсем недавно. То есть вот-вот недавно, да? И тут я выкладываю шортс, и ты видишь мисс Дашу и понимаешь, что она тебя обманула. Да, это было прям в один день все. Даш, ну теперь только, наверное, ну уже от тебя комментарии, потому что Даша сделала несколько предположений, что да, она менялась ранее и аккаунтами, и питомцы, и оружие у нее было. Я шла первая. Как я могла тогда скамнуть? Но дело в том, что ты по скринам, как я поняла, посмотрела, что ты отдала аккаунт, девочка полностью поменяла пароль, почту, и далее уже никуда не смогла зайти, так как потом сразу поменялся аккаунт, вернее пароль. Она с Face ID пока еще могла сидеть на аккаунте, но потом уже не получилось, потому что девочка полностью поменяла пароль. Тяжело. Как я могла забрать, если все поменяла? Вот вопрос. Но у нее получается, понимаешь, у нее был доступ на твой аккаунт. И по скрину первому видно, что это именно твой аккаунт. Она, получается, ничего не получила. Она отдала свой iSpears и не смогла дальше пользоваться аккаунтом. У него его сразу забрали. Ну, я верю, девочки. Вот просто я верю в другую версию. Если это не ты, и ты понимаешь, что это не ты обманула, то если был доступ у твоей подруги на твой аккаунт, тогда тут, мне кажется, все понятно. Я также могу продать свой аккаунт, а потом взять и вернуть его, потому что это мой аккаунт, и вообще сказать, что меня взломали, и тебе не дадут играть на этом аккаунте и закроют доступ во все игры. Да, у меня был значок заблокирован, то, что у меня нету доступа ко всем играм. Так, если пин есть, чтобы она смогла поменять пароль и так далее, надо ввести пин. И раз она говорит, что все сменилось, значит пин убрали. Какой значок? Кинь скрин. Мы тебе скринами все скинули, посмотри. Значок, что она не может зайти в игру. Типа в настройках стоит возраст 13, меньше 13. Нет, в настройках там был возраст 13+. Как ты тогда играла в Murder Mystery, если она не смогла бы зайти? Там в настройках 13+. Смысл даже тому человеку, кому меньше 13+, ставить, ну, меньше 13. Так это, конечно, ты не во все плейсы сможешь зайти. Но тут это не фотошоп, ребят. Это не фотошоп. Мисс Даша. 2, 3, 4, 5, 6. Мне кажется, по линии нет смысла тоже обманывать. Ты думаешь, что этот значок из-за того, что пароль сменили? Я не знаю. Я первый раз вижу
такой значок, что пароль сменили, что нету доступа в игры, потому что она сидела под Face ID. Я с такой ситуацией вообще первый раз сталкиваюсь. Даша говорит, доказывает, что это не она. Значит, Даша, это твоя подруга. Если это не ты, значит, ты доверяла своей подруге аккаунт, а твоя подруга скамила. И еще посмотри, на какой аккаунт она просила Ice Pierce. 36 Cat 36. Что это за аккаунт? Конечно, нет смысла получить бесплатный арбалет, выставить из себя жертву, пообщаться с тобой. Вообще нет смысла. Ну хорошо, ну а скрины? Что со скринами делать? А, то есть Даша не верит, что Полину реально скамнул ее аккаунт. Но сколько такой арбалет стоит? Неужели это стоит того? Он стоит где-то на разных сайтах по-разному, но лично где я покупаю, он стоит где-то 500 рублей. Я продавала этот аккаунт последний раз в ноябре, но, как видишь, не получилось. После ноября я не меняла его, в июне тоже. Даша доказывает, что она не продавала свой аккаунт, она ничего не делала такого и не меняла. Тогда кто общался с Полиной? Кто-то же общался от твоего имени с Полиной. Кину тебе ссылку на телеграм-канал в личку. Я видела это все и просто я не понимала, ну, где правда, потому что я и Даше хочу верить, и я верю девочке. Ребят, ну вот где правда? Я бы не стала такое делать просто, чтобы пообщаться с тобой, потому что мне этого не надо. Я почему-то так тоже думаю, что ну, это не стоит того, чтобы встревать и обвинять другого человека в обмане, да, чтобы зайти к жняшке. Более, на когда видео. Я искала друзей, вот. Да, я тоже так думаю. Я так поняла, Полин, что Даша все-таки не верит в это все. Вы знаете, а я вам. Возможно, и правда. Ребят, я буду верить в то, что это все-таки реально ее подруга сделала, потому что подруги такие бывают. Обманывают. Еще мне интересно, конечно, что это за аккаунт 36K36. Это еще тоже другая уже история. Впрочем, это уже совсем другая история. Мы сейчас Полине, ребят, отдадим ее назад Ice Pierce. Просто это мы будем долго очень разбираться с этой ситуацией. Я все-таки склоняюсь к тому, что все-таки Даша обманула ее подругу. А Даша в это не верит. Потому что у очень многих девочек, у их подруг есть доступы в их пароли, логины, в телеграмы. Они отдают свои аккаунты, доверяют, но потом, к сожалению, возможно, даже в частности обжигаются, потому что подруги потом взламывают и забирают себе эти аккаунты. Совсем скоро выйдет моя новая песня, и там будет также отсылка к такой ситуации, про подругу, которая увела аккаунт. Вот такая история. Пишите свои догадки, что вы думаете. Тебя, Женя, когда-нибудь скамили? Ну там, не с фейков, а прям тебя. Ну, только, то есть, который только на видео, где я ходила, целенаправленно искала обман. И, ну, где-то и верила, что меня, возможно, не обманут. Но меня обманывали, скамили, конечно. Под моим именем пытаются скамить, это факт. Я так и не делаю. Именно с Ака Женяша. Нет, именно с Ака Женяша. Няшини не было. Я когда только начинала блогерство, то я там еще пару раз видео сняла, а потом я уже делала с других аккаунтов, делала проверки. Так, конечно, нет скама. Поздравляю с первым разом. А в каком плане ты имеешь в виду? А то есть подруга украла у меня арбалет, а потом обратно привязала почту. Но если у нее был доступ к твоей почте, то да, она могла спокойно зайти, сделать пароль, отвязать, посмотреть. Я думаю, тебе несложно будет взять и зайти на почту свою и посмотреть. Хотя там, скорее всего, возможно, и все удалено. По сути, я верну девочке арбалет, который был заскамлен, потому что по скринам я это не подделать. Это даже не фотошоп, ребята, не переписка Telegram, а именно скрины самого аккаунта. Так что, Дашуля, я не знаю, как ты там думаешь, и если ты еще до сих пор не веришь, то, скорее всего, это твоя подруга. Узнаю у подруги аккаунт 36K36. Получила арбалет бесплатно, внимание, поддержку, даже видео с ней. Молодец. Что ты мне скажешь про скрины? Даша до сих пор не может успокоиться, она вот полностью доказывает, что нет, это так не может быть. Она говорит, что у нее точно такие же скрины, как и у меня. Дашенька, у меня есть скрин, где ты или твоя подруга говорила, что я честна и все отдала. Скрины, которые она скидывала с Роблокса. Давай сейчас зайдем на твой телеграм-канал и проверим эти скрины. Были твои скрины с ноября месяца, то, что ты кидала, который девочка сейчас кидает и показывает все. Опа. Даш,
Я хочу тебе сказать, что я немножко сейчас тоже ошарашена. Я думаю, что, возможно, и Полина обманщица, но теперь думаю, что, возможно, ты обманщица или все-таки твоя подруга. И я уже не знаю, где правда, но в каком плане. Знаешь, почему? У меня закрались сомнения. Я зашла на твой телеграм. Телеграм прекрасный, все нормально. Но тот пост, который как раз-таки девочка доказывает, что это скрин ее аккаунта, ее фото, а у тебя именно такое же фото. Можно было бы подумать, что все-таки девочка взяла этот скрин и подставила. И тут и проценты, и время. Но самое интересное, что этот пост Даша изменен. А я узнала, что в Телеграме можно менять не только текста, но и картинки. И еще тут также Даша написала мне сообщение. Ладно, Женя, спасибо, я пыталась восстановить справедливость, но мне, как всегда, не везет ни в чем. Пусть будет, что я скамерша. Хорошо, моя совесть чиста, но мне очень жаль, что из-за этой неразумной поставлена я. Полина, ты, обзывает ее, иди заработай деньги, чем хочешь. Перестань скамить всех, причем подставляя. Надеюсь, тебе это все вернется. Полина у нее спрашивает: Даша, ты сразу выкладываешь посты? Даша говорит: нет, конечно. Она говорит: посмотри, там выложено в час дня, а изменено в 6 часов. О, господи, какая ты тупая, хотя что ждать от малолетней скамерши? Что за ужас тут творится? Я могу тоже согласиться, но, Полин, переписку, которую в Телеграме ведет Полина с якобы Дашкой, то именно в этом году именно переписка здесь. Как она могла, ну, именно по Телеграму, по переписке подделать даты? Как такое может быть? Мне кажется, что тут, ну, дело очень-очень-очень странное. И ты знаешь, Даш, я уже не буду, наверное, разбираться. Я уже хочу поставить точку в этом разговоре. Я тебя не считаю скамершей. Я не считаю Полину скамершей. Ребят, вы мне, конечно, напишите в комментариях свое мнение на эту всю ситуацию. Я ни в коем случае не хочу терять дружбу с Дашей, потому что я думаю, что все-таки, если и был обман, если это так и есть, то я грешу на ее подругу. Ну, а я сейчас с Полиной спешусь. И я дам ей ее айспирс. Возможно, не ее, возможно, она обманщица. Но мне что-то подсказывает мое сердце, что Полина не обманщица. И как бы пообщавшись с ней, я чувствую, что от нее обмана я не вижу. Дальше, мне кажется, все-таки тебе нужно поговорить со своей подругой. Если тебя подруга заблокировала, и типа то, что ты подумала, что она могла обмануть, то... скорее всего, дело в твоей подруге. Видео слишком далеко зашло в разговоры. И сейчас мы встретимся с Полиной, и я отдам ей ее айспирс, арбалет. И напоследок, ребята, я зашла на аккаунт, на который Полина отдала свой айспирсер. Это аккаунт 36cat36. И смотрите, тут такой аккаунт достаточно симпатичненький, донатерский небольшой. И кто у него в друзьях? Мы заходим, ребята, и видим, что в этом аккаунте есть Даша. Это либо сама Даша, либо ее подруга на этом аккаунте. Так что, ребята, я не знаю, где правда, но я... поверила Полине. Я надеюсь, что сама Даша не скамерша, но есть у меня момент, что все-таки, если ее подруга имела доступ к ее аккаунту, то это именно она обманула нашу Полину. Ребята, пишите свои догадки в комментариях, потому что это очень интересная тема. Ребята, я Полине возвращаю ее арбалет. Я почему-то верю ей так же, как и нашей Даше, что, скорее всего, возможно, Даша обманула ее подруга. Но Даша не хочет в это верить и очень сильно ссорится с самой Полиной. Этой ситуации нужно положить конец. Эта ситуация, которая сейчас произошла, я думаю, у очень многих откликнется, потому что очень много подруг подставляют своих подруг на разные скамы, на обманы, забирают аккаунты и просто реально теряют подруг в играх из-за каких-то предметов, питомцев. И о Даше я хочу сказать, она прекрасная девчонка, я не знаю, возможно, реально ее подставили. Но вы, ребята, пишите свои догадки. А с вами была Женяша, всем пока, кисули, всем пока-пока-пока, ставьте лайк, так я буду понимать, что вам нравятся такие видео. Всем лавки!